Первый раз вижу. Подобные кадры северного сияния, или, как его называют астрономы, авроры, прислали подписчики ТВК из разных уголков края – Дивногорска, деревни Булановка, Енисейска. Все это – последствия магнитной бури, которая накрыла весь мир 10 и 11 мая и оказалась самой сильной за последние 20 лет. Необычное явление могли увидеть люди со всей России и даже на севере Африки. Буря распространилась на все северное полушарие Земли. Астрономы называют это событие уникальным. Сейчас уже идет пик солнечной активности. То есть это у нас 11-летний цикл есть, там был минимум где-то в 2014-2016 годы, и сейчас нарастает и нарастает пик, и где-то вот 24-й, и даже изначально был прогноз на 25-й год, что будет самый-самый пик этой активности. Но он даже сейчас уже поражает своей мощностью. Ну вот такое именно, такой мощности, это действительно редко. То есть я в своей жизни впервые такое увидел, вот там, не знаю, уже много лет живу в Красноярске. Как говорят, такое... либо сравнимо с событиями где-то 2003 года, то есть это порядка 20 лет, либо даже конца 80-х годов, потому что вот этот всплеск, он был мощнее, возможно, чем вот в начале 2000-х. То есть действительно это такое очень редкое событие. Нам повезло, что мы вот даже здесь могли посмотреть, в Красноярске это. Повезло красноярцам на этих выходных не только наблюдать северное сияние, но и ощутить аномально теплую для мая погоду. Пока одни жарили шашлыки на даче и гуляли по любимым местам, другие уже открыли купальный сезон. В сети появилось видео, на котором красноярец прыгает в Енисей с Вантового моста. 3, 2, 1, пуск! С парнем все хорошо, тем не менее, предупреждают спасатели, такие прыжки небезопасны и могут привести к летальному исходу. Вода в Енисее холодная, а течение сильное. Но таких экстремалов на прошедших выходных было немного. В основном красноярцы предпочли провести теплые выходные, прогуливаясь с друзьями и семьей. Как проводите свои выходные? Вот были буквально несколько теплых дней. Что любите делать? Где гуляете? Ну, результат, что езжу на велосипеде, хожу в тренажерный зал, гуляю, академгородок, лес, там красивый берег. Ну, я гуляла с друзьями. Хорошая погода. В центре, либо Ерегинская набережная направо. Да нет, я уже пенсионер такой. Дачи нет. Просто на улицу, вот прогулка до магазина. Ну, внуки, правда, есть двое. Вот им надо кое-что, как говорится, от дедушки с бабушкой. Предстоящая рабочая неделя для красноярцев будет аномально теплой. Уже завтра, 14 мая, нас ждет 27 градусов тепла днем и плюс 8 ночью. Этот день станет самым жарким на неделе. В середине недели начнет холодать, при этом минуса не будет даже ночью. В среду, 15 мая, днем синоптики обещают плюс 20, а ночью плюс 5. Не забудьте взять зонтики, выходя из дома. Этот день обещает быть дождливым. В четверг выглянет солнце, воздух прогреется до плюс 14 днем и плюс 5 ночью. Пятница, 17 мая, будет самым холодным днем на неделе. Плюс 13 днем и плюс 5 ночью. К выходным ждем тепла. В субботу синоптики обещают до плюс 20 днем и плюс 7 ночью. В воскресенье, 19 мая, до плюс 18 днем и плюс 8 ночью. В связи с жаркими днями красноярцам напоминают об особом противопожарном режиме, который действует в большинстве территорий Красноярского края. Только за прошедшие выходные пожарные ликвидировали 87 палов сухой травы и потушили 63 возгорания мусора. Всем нарушителям грозит штраф для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч, а для юридических от 400 до 800 тысяч рублей. Ариана Тимпелина, Полина Михальчук, Данил Мамонтов, Новости ТВК.